Запрет на ношение предметов одежды, скрывающих лицо, не касается напрямую религиозных вопросов, а больше относится к общественной безопасности. Об этом рассказал министр по делам религии и гражданского общества. Сегодня в Астане прошел брифинг для представителей дипкорпуса по обсуждению изменений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и объединений. По словам Нурлана Ермекбаева, ношение такой одежды зачастую мешает правоохранительным органам идентифицировать личность. Он отметил, что при подготовке нормы учитывается мнение граждан, представителей НПО, госорганов и экспертов. Также приняли во внимание опыт других стран, таких как Бельгия и Франция. В них давно уже пришли к выводу, что запрет на ношение хиджабов и никабов не нарушает права человека, резюмировал Нурлан Ермекбаев. На самом деле это не касается напрямую религиозных вопросов. Это действительно вопрос общественной безопасности. Но в частности, ношение такой одежды, как, например, никаб, чадра, паранджа или маски, препятствует правоохранительным органам в идентификации личности. Тем самым снижается эффективность мер по обеспечению общественной безопасности. Кроме того, это не характерно для нашего общества, и многих откровенно это беспокоит.